Друзья, всем привет! Сегодня мне пришла посылка такая. Сейчас покажу, что за посылка. Очень полезная вещь для рыбаков, для охотников. Значит, вообще это отопитель. Вот. Сейчас комплектацию вытащу, что у нее входит. Это инструкция на русском языке. Значит, дополнительная комплектация. Сейчас поподробнее, по порядку расскажу. Опа. Так, вот так вот выглядит наш отопитель. Он такой вполне тяжеленький. Вот, значит, вот это отопитель, а точнее это вообще вейбаста. Его применяют для каких-то помещений, там, для гаражей. Но я его взял чисто для палатки, для отопления палатки. Выдает он где-то 215-220 градусов. Вот, здесь бак, по-моему, идет на, да, на 5 литров. Вот. Работает он на солярке, но некоторые применяют на керосине. Но я не советую на керосине. Значит, у него идет 4 сопла, пульт управления и брелок тоже, как пульт управления. Вот такой вот. Сегодня подсоединять его не буду, его надо будет проверять в гараже. Потом видео покажу, когда до гаража доберусь. Значит, идут патрубки на каждое сопло. То есть сюда, 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 сюда. Вот. Их 4 штуки. Дальше. Здесь выхлоп и вот такой вот патрубок гофра. Подсоединяется куда-то вот сюда, не сюда, вот сюда, снизу. И выход, вернее, это забор воздуха. То есть сюда всасывает, сюда выход, выхлоп. Вот. Комплектация идет, это по 12 вольт шнур. Под аккумулятор подсоединяется вот сюда, плюс еще он 220. Это очень удобная штука, что здесь есть 220. Комплектация — это глушитель, хомуты, ножки под низ, ну и болтики. Хорошая вещь, мне посоветовали. Вот, и вам советую. Абсолютно новый. Некоторые попадаются. Открываешь крышку, там уже соляркой пахнет. То есть испытывали, да? Он абсолютно новый. Он не испытанный. Никто не испытывал. Соляркой тут не пахнет. Вот. Тема хорошая. Брал для рыбалки, чтобы в палатке было тепло. Ну, следующий обзор уже будет, как я его запускаю. Сейчас залил не полный бак, но для испытания будет в самый раз. Аккумулятор у меня 12 вольтового нету. Будем сегодня испытывать от 220. Так, выхлоп я настроил, но он, блин, короткий. Ладно, посмотрим работоспособность его. О, вентилятор заработал. Вообще должен уже насос сработать. Насос начал клацать.
насос работает и пошло нагнетание тепла. В гараже получается, да, он показывает 0,5 градусов на табло, я так понимаю. Пока холодный воздух идет, хотя он должен, блин, сразу. Это надо, наверное, это скорости. В общем, надо разбираться. Инструкция тут вообще очень корявая инструкция. Здесь написано на ломаном русском. Что-то он перестал. А вот опять пошел. Сейчас уже кочегарит вовсю. Значит, у него есть дополнительный пульт, его можно привязать, я подсмотрел видеоролики, можно привязать таким способом: нажимаете включение и нижнюю кнопку одновременно. Получается, высвечивается вот такое вот обозначение, и нажимаете просто любую кнопку на пульте, и он привязывается. Я его уже привязал. Вот. Теперь могу регулировать температуру. То есть меньше, ниже. Максимум он выдает где-то 30-35 градусов. Сейчас уже довольно-таки тепло. Градусов, наверное, 20 идет, да, по ощущению на максимум даже 36 градусов можно настроить. Но я пока сильно не буду его кочегарить. Сейчас он работает на полную мощность. Я поставлю пока 23 градуса. Вот, дальше вот здесь вот. Это температура окружающей среды. Сейчас он работает автономно. Хочет нагнать, получается, вот эту температуру 23, но у него не получится, потому что у меня гараж не утеплен. Вот. Его очень сильно долго надо топить. Вот. На полную мощность, как говорят, что бака хватает, наверное, на 4-5 часов. Это на максимальной скорости. Скорость здесь 6 скоростей. Вот. Чтобы выйти в режим ручной настройки, это надо нажать шестеренку. Вот. Так. Так можно уменьшать скорость. Вот третья скорость. Горячо уже. Вторая скорость, он будет замедляться. Вот. Так мы увеличиваем скорость до 6%. Чтобы выйти в автономный режим, держим шестеренку, задаем температуру, и он автоматически будет нагонять такую температуру. Но он будет максимум работать, потому что в автономном. Так как окружающая среда сейчас минус 0,1 градуса в гараже. Есть еще такая функция. Если вы находитесь где-то в горах, где мало кислорода, нажимаете вот эти одновременно две кнопки. Это шестеренка и кнопку ОК. Появляется значок. Вот такой значок. И он подстраивается под атмосферу в горных условиях. Мы не будем его применять. Я нахожусь в гараже, а не в горах. Вот, сейчас уже 0 градусов в гараже. Хотя у меня гараж 6 на 4, у меня гараж большой и неутепленный. Ну довольно-таки уже температура прям
хорошая идет. Уже рука не держит практически. Вот так, если долго держать, вот сейчас 5 секунд, и все. Здесь прям горячая сила идет, острый. Выхлоп я пока временно настроил. Выхлоп прям очень сильно горячий. Это тут даже немножко линолеум пропалил от этой трубки. Вот. Но туда еще вставляется вот такая трубка. Это забор воздуха. Но я не стал ее ставить, так как у меня пока экспериментальный запуск. Вот. Ну, вообще надо еще дополнительную трубку покупать. Есть, продаются, удлинять. Но здесь прям тоже до нее не дотронуться. Здесь прям вот, ой, сильно, прям за секунду все, палец обжигается. Ну и вот так трубки подсоединил, гофры. Можно направлять, растягивать ее, направлять любые направления. Ну, пока мне это не надо, я их сниму. Они легко снимаются, легко одеваются. Ну, пусть пока молотит. Может, за часик посмотрим, сколько тут температуру наберет в гараже, тепло будет или нет. Ну, вроде вот здесь стоишь, уже тепло. Вот, пока пусть работает, прокачивается. Я буду заниматься фарой. Фара у меня на снегоходе отломалась. Крепление надо будет что-то придумать сейчас, как-то закрепить. Провозился я в гараже где-то часа полтора. Пока устанавливал, закреплял фару, в общем, вот, установил, закреплил, а то она у меня болталась, и закрепил стекло, у меня клипсы оторвались, сделал клипсы, у меня были в наличии. Значит, часа полтора, ну, где-то час сорок, наверное, прокопался, и температура в гараже вот 0,1 градус. Это с учетом, что у меня гараж не утепленный, и он 6 на 4. И вот щели у меня с гаража, дует все это, надо будет делать, утеплять, наверное, в этом году, если будет возможность и время, буду утеплять гараж вообще полностью, буду тут переделываться в гараже. Вот, а так, вот выхлоп идет, да, угарных газов я не чувствую, прям в гараже он, получается, выхлопы выходят, выхлопы, и, ну, немножко туда, наверное, еще сквозит. Выходит выхлоп сам. То есть отравиться угарным газом я за часа полтора, ну, не отравился, не получилось у меня отравиться. Вот, так что это безопасный отопитель. Ну, в маленьком помещении, конечно, может, в палатке можно как-то отравиться, но в таком гараже нет. Вот, ну, все как бы на этом. Сейчас буду его потихоньку останавливать. Он у меня в полную мощность всегда работал. Ну, а в дальнейшем буду уже испытывать на зиме рыбалки, когда поедем в палатке. Тоже буду демонстрировать. Возьму, наверное, с собой градусник. Ну, хотя не надо градусник, здесь его и так есть. Ну, на всякий случай возьму, наверное, если не забуду. А так, тема хорошая. Всем советую, работает хорошо. Ну все, друзья, на этом я буду заканчивать. Подписывайтесь на канал. Будет еще тесты в палатке про этот отопитель. Будет обзор еще про снегоход. Promax SRX700 поедем на рыбалку. Планирую в феврале на рыбалку поехать. Как будет время, сделаю ролик. В гараже бардак, как всегда. Сколько не наводи порядок, все равно бардак. Ну все, друзья, всем пока, всем счастливо.